Дайте мне ваш документ, я вам напишу. Измерение температуры, внесение паспортных данных – это еще до входа непосредственно в саму школу. И на этом проверки не завершаются. Каждого посетителя школы будет ждать на входе металлорамка. Также здесь будет дежурить один сотрудник частного охранного предприятия, и один сотрудник будет находиться на КПП для автомобилей. Работу ЧОПов по охране школ будут оплачивать из городского и республиканского бюджетов. С родителей школьников плата за это браться не будет. Поддерживают и нефтяники. Они выделили вагончик, который станет контрольным пунктом для транспорта. А чтобы избежать скопление учеников в коридорах, составили график учебы. Занятия для обучающихся проводятся по графику, то есть некоторые классы будут учиться с 8 утра, а какие-то классы будут учиться с 9 и 10 часов. Уроки теперь будут проводиться за закрытыми дверями. Эта мера принята после трагических событий в Казанской гимназии. Учителя, которые в прошлом году привыкали к ношению масок, относятся с пониманием к нововведениям. Потому что по-другому сейчас нельзя. Поэтому надеемся на то, что когда это будет уже не столь необходимо. В этом году школы Альметьевска примут более 3000 первоклассников. В 9 классы перейдут больше 2000 учеников. В 11 класс – 1000 школьников. Семен Егоров, Ильнур Залятов. Новости Татарстана.